Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и да, сегодня будет обзор моих покупок, которые я совершала для ухода за своим домом именно на грядущий месяц июнь. И если вам интересно узнать, что это были за покупки, конечно же, я вас приглашаю к просмотрам. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. И начнем с того, девочки, что в этот раз я купила себе вот такие вот губки от фирмы Чистюля. У них идет размер XL, супер прочный образец. И хочу вам сказать, то, что по большому счету, как бы внушительный такой у них идет размерчик, и со стороны они кажутся такими серьезными губками. Решила попробовать, посмотрим, что из них будет, и, конечно же, более подробно смогу сказать о них уже в пустых баночках, стоит ли покупать данные вообще губки для мытья посуды. Следующее средство, что я взяла, это тоже была Чистюля, салфетки вискозные, тонкие, быстро сохнущие, мягкие. Их тут 10 штук, и могу вам сказать, то, что как-то я уже брала данные салфетки, размер у них идет 34 на 38 сантиметров. Я их брала, и вот такую салфетку я их использовала на кухне для протирания поверхности стола. И одной салфетки я использовала ровно неделю, потом просто выбрасывала. И меня они устраивали, в этот раз решила повторить. И расцветка у них такая веселая, летняя какая-то такая, знаете, салатовая, мятная, зеленая. А по поводу салфеток, девочки, хочу сказать, то, что я пришла к выводу, я это уже повторяюсь не один раз, если подобрать классные губки для мытья посуды, даже если это будет не бюджетное, они очень хорошо экономят именно чистящее средство для мытья посуды. Поэтому я вот на вот эти губки, вот, которые вот такие, знаете, они пористые, я сейчас прям возлагаю какие-то серьезные надежды, потому что сейчас, к сожалению, вообще просто чистящие средства для мытья посуды, они становятся небюджетная их цена, и если губка еще неудачная, то просто чистящее средство может улететь за 2 недели. Поэтому как бы на губки я делаю такой серьезный акцент, когда их покупаю. Вот, такие вот у меня заморочки. Следующее, что я купила, это были мешки для мусора с ушками. Они не бюджетные, у них идет здесь их 30 штук, объем 35 литров. И что могу сказать, девочки? Они классные, прочные, они действительно, если вы накидаете в мешок очень много мусора, вы его спокойно вынесете, и у вас не порвется. Конечно, вот эта вот упаковка 30 штук стоит, по-моему, около 75 рублей, не бюджетно, но это стоит того. То есть 30 штук на месяц вам вообще хватит, и у вас голова не будет болеть. Так что вот так вот. Следующее, что, конечно же, я купила, это средство для чистки канализационных труб. Мастер Блеск, без него я уже просто не могу, потому что я очень чувствительна к запахам, и так как у нас съемная квартира, я просто максимально стараюсь вычищать эти старые канализационные трубы, которые хозяйские, да, вот, и поэтому как бы вот это просто моя палочка-выручалочка для того, чтобы на кухне, в квартире не пахло канализационными какими-то этими жирными невкусными запахами. Вот, следующее, что я взяла, я была в Магнит Косметик, и, к сожалению, у меня не получилось купить мой уже полюбившийся мне Салекс, вот это вот средство для унитазов. И я взяла, в общем, вот такую вот штучку. Это у нас идет блок для унитаза. Как я поняла, его просто под крышку унитаза вешаем, и свежесть будет в туалете. К нему же я также взяла вот такой вот сменный запасной блок, посмотрим, тоже запах моря, не знаю, как, знаете, вот, ну, не гигиенично, наверное, что ли, потом вот это все открывать, заделывать снова вот этот блок, но в перчатках, думаю, если ее промыть после этого, будет неплохо. Ну, посмотрим, девочки, стоило, еще раз скажу, это все бюджетно, сменный блок, по-моему, 15 рублей, а вот это что-то в районе, по-моему, 30 рублей было, ну, насколько мне не обманывает меня память. А также для чистки унитазов я взяла вот такой вот Санокс. И могу вам сказать, вот он идет, написано то, что новая усиленная формула против ржавчины, средство для сантехники. Убирает, в общем, я им уже пару раз воспользовалась, запах мне абсолютно не понравился, неудобная вообще абсолютно упаковка, вот это вот все.
Как вы видите, по крышечке все это как-то остается. Оно не экономичное, цена у него 45 рублей идет, номинал 750 миллилитров. Не знаю, девочки, что там дальше у нас получится, но как-то что-то я особо не воодушевилась им. Но в принципе убирает, как бы воспользовалась один раз, так скажем, 3-4 оценочка. Уже более подробно могу о нем рассказать, наверное, в пустышках, что оно из себя представляет. Но пока как бы не особо. Также я взяла до покупки вот этого Санекса, я взяла вначале вот такой вот крем от Сиф. Он у нас идет освежающий эвкалипт и траву. Удаляет грязь на 100%. Так как не было Санекса, я думала, возьму вот Сиф и буду им очищать, собственно говоря, туалет. Но что-то, знаете, меня жаба так поддушила, я подумала, а не жирновато ли будет моему туалету, и решила его оставить именно для очистки раковины в ванной комнате, может быть, ванную комнату им почищу, именно вот, ну, саму ванну. Посмотрим, запах мне понравился, ой, какая она тяжелая, здесь у нас идет объем 500 миллилитров. Посмотрим, девочки, тоже, наверное, расскажу о нем уже в пустых баночках, потому что Сиф я брала давным-давно, и сейчас даже не помню, как он мне нравился или нет. Ой. Следующее, что хочу показать, это средство от компании Силит. Это Силит Бэнк антиналет и блеск с турбой пеной. Я уже рассказывала в пустых баночках, как мне понравилось это средство, и решила просто его еще раз купить, потому что его хватает действительно надолго. Действительно справляется с той задачей, которую мы ему ставим, очистить сантехнику. Точнее, да, ну, сантехнику сместительный, душевую лейку отлично, девочки, чистит, убирает, и нет никаких разводов, и не нужно никаких сверхъестественных усилий применять для того, чтобы просто почистить свою сантехнику. Следующее, что я тоже купила, повторная покупка, тоже Силит Бэнк, это у нас уже мощное средство, антижир плюс сияние. Классное средство, которое просто, знаете, меня удивило тем, что можно его просто напшикать, подождать и просто потом убрать губкой, и не нужно ничего тереть, не нужно мучиться. А если вы производите уборку на кухне, еще открываете окна, вас вообще не будет напрягать запах, который от него есть. Но единственное, конечно, да, как подается пена, она выдается струей. Хотелось бы, чтобы немножечко была пена шире, когда она подается. Так что вот так вот. Следующее, что я купила, это был, начну, наверное, с моего любимого отбеливателя, который я решила его брать. Это Актив Шерами, уже в такой коробочке. Оксимакс отбеливатель, кристальная белизна, 600 грамм. И могу вам сказать, девочки, это тот отбеливатель, на котором я сейчас остановлюсь и буду им пользоваться. Потому что я люблю белые вещи, я люблю, когда они действительно белые, когда нет вот этой серости на них. А этот отбеливатель дает мне именно то, что я от него жду, отбеливание. Так что вот так вот. И в нагрузок к нему я решила взять, и так как еще раз повторюсь о том, что у нас дома, у меня, у нас сын имеется, да, дома, ребеночек, и, ну, что такие вот дети, они любят ставить пятна на какую-то одежду, и решила просто попробовать тоже Актив Шерами, Оксимакс, пятновыводитель для цветных и белых тканей. Производитель тоже нам тут обещает, что прям все будет уходить, все пятна на ура, ну, не знаю, посмотрим, расскажу в пустых баночках, может быть, сделаю просто ему какой-нибудь, знаете, как в рекламе, тест-драйв, потому что мне самой стало любопытно, действительно ли он будет убирать какие-то пятна с белых и цветных вещей. Так что вот так вот, девочки. Вот такие у меня были покупки. Надеюсь, вам они были интересны. Может быть, вы что-то захотели приобрести. Это будет здорово, если вы что-то себе присмотрели, если я вам чем-то помогла. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Конечно же, не забывайте подписываться на меня в Инстаграм. Там я тоже выбрасываю какие-то интересные события из своей жизни. А я вас всех люблю и целую. До новых видео. Всем пока-пока. Мама.